Современная библиотека и современный библиотекарь. Какими они должны быть? Работники областной библиотеки имени Сабита Муканова организовали диалоговую площадку, на которой они поделятся своим опытом. Участниками стали 65 специалистов со всей области. Подробности в сюжете. В областной библиотеке стартовал двухдневный обучающий семинар «Библиотека как креативный образовательный кластер». Для участников подготовили различные мастер-классы, ведь для удержания читателей и привлечения новых они также должны постоянно учиться. Им покажут, как работать в специальных программах, как делать оцифровку книг и как создавать виртуальные выставки. Уже завтра работники библиотек проверят свои навыки и по итогам тестирования им будут выданы сертификаты. Почему у нас как образовательный кластер называется? Потому что библиотека, она, знаете, она не только продвигает идеи чтения, но это мы идем, шагаем в ногу со временем, век цифровизации, век технологий, новые креативные идеи, новые креативные, новый формат работы. Николай Вербовский – работник Володарской сельской библиотеки. По его словам, 2/3 сельчан регулярно посещают ее. Стоит отметить, что он один из самых молодых обладателей знака «Почетный библиотекарь Республики Казахстан». А все это благодаря тому, что в своей работе он применяет необычные и интересные подходы. Разнообразные библиотечные арт-холлы – это открытие арт-площадок на территории библиотеки. Это разнообразные конкурсы, например, косплей-конкурсы, селфи-конкурсы, продвижение книги и чтения в различных форматах. Это может быть акции, например, в прошлом году мы провели необычайно интересную акцию, которая называлась «Библиорафтинг». В рамках года поддержки детского и юношеского чтения, представляете, мы совершили со своими читателями спуск по реке Ишим. То есть под флагами непосредственно года детского чтения мы прошли территорию около 3 километров. Ну, это было замечательно. Всего в регионе насчитывается свыше 300 библиотек. Областная имени Сабита Муканова оказывает коллегам информационную и образовательную поддержку. Немало семинаров проводится онлайн. Адилия Кушекова, Орал Амренов, служба новостей.